купленных или выловленных в обязательном порядке живых раков сначала нужно вымыть. Я это делаю в два этапа. Сразу сбиваю с них под душем крупную налипшую грязь или ил. Потом оставляю их на 1-2 часа в емкости с водой, где они ползают, трутся друг от друга и сами таким образом доочищают себя. Набираю в кастрюлю фильтрованную воду. Ставлю на огонь и довожу ее до кипения. После чего добавляю соль. Мелко нарезаю свежий зеленый укроп и также добавляю в кипяток. Тщательно размешиваю, чтобы соль полностью растворилась в воде. Кипяток готов, добавляю раков. Время варки раков от 10 до 15 минут. Далее кастрюлю накрываю крышкой, оставляя при этом небольшую щель. И настаиваю еще 20-30 минут. За счет этого мясо становится мягким, но не разваривается. Вынимаем раков из кастрюли, выкладываем на блюдо. Подаем к столу. Всем приятного аппетита!